Рак. Прогноз на декабрь. В декабре у рака есть все шансы проявить себя во всех сферах жизни. В карьере и финансах все будет складываться благоприятно, а в личной жизни появятся новые возможности для развития отношений. Однако, чтобы достичь успеха, необходимо быть более настойчивым и решительным. В начале месяца раки могут столкнуться с некоторыми трудностями в работе, но благодаря своему опыту и профессионализму, они смогут быстро решить все проблемы. Это также может стать хорошим временем для поиска новых возможностей и расширения своего бизнеса. Здоровье раков в декабре будет в хорошем состоянии, однако им стоит обратить внимание на свой рацион питания и заниматься физическими упражнениями. В конце месяца могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем, но они будут быстро решены. Что касается личной жизни, то в декабре раки могут встретить новых людей, которые станут для них важными и значимыми. Возможно, они начнут новые отношения или укрепят старые. Но не стоит забывать о своих обязательствах перед близкими людьми. Также в декабре могут быть некоторые финансовые проблемы, но раки смогут быстро их решить. Главное, не бояться рисковать и идти вперед. Таким образом, декабрь для раков будет очень благоприятным периодом в жизни. Они смогут проявить себя в карьере, личной жизни и финансах. Главное, быть настойчивыми и решительными, а также заботиться о своем здоровье.